Ви на каналі Alice Radio Channel, і ми граємо в нашу дуже класну ігру Wildcraft. І так, загружається. Питомец. Ні, у мене вообще нет карти на денег. Я буду играть на ж... О, я могу зверя изменить за денежки. Ух ты. Тигр. Вау. Это вообще. Ребята, знаете, потом появится такой рядом кружок с зверем, в котором можно поиграться. Но семью она не будет сразу загружаться и так делаться. Нажимаем один игрок. Лес. Куплено. Вот, дикая местность. Нажмите, чтобы сменить нашу логу. В общем, я сменила нашу логу. Говорю, входим в дикие степи. При просмотре карты можно вращать камеру. Ух ты! Прикольная. Ну вот бежим. Я не. Давайте. Ух ты, я одну зверушку вижу. Вот прикол такой, прыгнешь на добычу. Кукушоль, я видишь, прыгаю, бунк. И сразу на него прыгнешь и его убьешь. О, у моего дорогого уровень повысился. Так, давай получить подарок. И что за подарок? Один бриллиант. Ладно, семья. О, у меня 10 уровней у дорогого клыка. 12. О, диктик. 1. Ну, потом разберемся. Так, Диксик, он где у нас? В логове, что ли? А, ему надо еще и тут приносить. А, конечно. И такой неожиданно, хопа, кукушоль. Только потом мне его взять надо. Не ешь его! Нет. Ну нельзя, это же маленькому. Пойду к логовам. Это такой способ, чтобы быстро в логово дойти. И выйти. Теперь опять выходим. Я бы хотела, чтобы можно было бы запрыгнуть, например, вот на камень. Видите, здесь как будто там какая-то текстурка закрывается. Ну, через, конечно, листья можем, а через все дерево нет. И прыгаем неожиданно на него. Забыла прыгнуть. Опа. Подбежать и прыгать. А, я уже здесь начали. Вот прикол такой. Я сразу взяла, классно. Заходим. Звук давайте сделаем потише. Уходим. За еще едой. А давайте посмотрим. 55% ранг. Получить детёныш. Завершить. Повести.
Повесить уровень совершить. Вы получите новое звание. Ученик. Есть! Я теперь ученик. Потом буду искать и приключения, потом эксперт, потом мастер, а потом великий мастер, потом wild чемпион. Я очень хочу стать wild чемпионом. Повысить уровень. Он уже так сделал. Достигните 20 уровня с помощью любого. Мне надо 20 уровня достигнуть. Где он там прям оленя? Вижу издалека, или это не олень? Наверное, не олень. Давайте вот большое животное найдем. Сейчас где здесь? О, два оленя. Подумал, ну у меня и так на квесте два оленя надо победить. Ну ладно. Попробую, ребята. На, бей, бей, бей. Бей ты его, беги. Давай, волк. Давай, дорогой, ты сможешь. Сейчас у меня уровень повысится. Говорю же. 11-го. И еще достала. Давайте, бейте его. Я в первый раз, мама мия. Так, доедаем нашу пищу. Надо еще найти какого-то зверя. Я вот там вижу. Это, по-моему, это... Да, это лисичка. Я так и знала. Две? Как по квесту, но мне пока что надо только одну победить. Здесь уже две целых. Давай, бей их, дорогой. Жаль, что их нельзя принести в логово нашу. Теперь вторую, давай, вторую. О, у меня 12-й уже уровень, так быстро. Теперь давайте есть. Их взять можно? Нет. Очень жаль. Да, Даш, кого я могу? Вон там два... Я думала, там два оленя. И вон там, да, лисичка. Ой, нет, это не лисичка. Это енот. Нет, не ешь. Домой. Так, даем. Вот, ему еду. Так, получается, повысить уровень. Получить девчонуша я получила. Получите нового детеныша семейства. А, еще одна. Ладно, сначала я сделаю повысить уровень. Ну, 20 уровня мне надо достигнуть с любым животным. Итак, Диктик уже на втором этапе. Теперь он может выходить из логова, но еще не может драться. Отлично. Ребята.
А я могу за него теперь играть? Нет еще. Значит, надо еще третий этап. Итак, пойдемте, ребята. Это даже будет легче, не надо к логову возвращать. Вон там два живых. Вон там лисичка, а здесь... Там я думаю, не знаю. В общем, дай-ка я посмотрю.